Производственная территория находится недалеко от краевой столицы в поселке Дорожный. Сегодня туда приехал губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил крупнейший в России завод по выращиванию грибов. Кроме этого, в новом промпарке будут печь хлеб, делать макаронные изделия, мороженое, а также выпускать средства гигиены и бытовую химию. Это вот у нас огурцы. Также мы производим салаты уже на нашем тепличном комплексе. И вот сейчас добавятся у нас грибы. Коллеги, просто такими же темпами мы должны максимально перекрыть сегодня весь импорт, который сегодня конкурент. И на самом деле выйти со своим фруктом, со своим овощем, со своей продукцией на прилавки, в первую очередь, магазинов. И на самом деле все это будет на столах наших жителей. Это самое основное. Я еще раз подчеркиваю, это наш качественный продукт. Он выращен в Краснодарском крае. Мы знаем, как он выращен. И это, наверное, самое главное, что это залогом здоровья нашего населения. Конечно, в первую очередь детей. Только завод по производству грибов занимает площадь в 50 гектаров. В год на нем можно будет получить 6 500 тонн грибов. Сергей Галицкий показал Вениамину Кондратьеву основные цеха и лаборатории, где проверяют качество продукции. Глава региона считает, что Краснодарский промышленный парк может стать одним из ведущих не только на Кубани, но и в России.